Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваши объективы с уже установленными на них одуванчиками. Вот смотрите, 35 на 2,8 объективчик. Как я вам уже показывал на первом видео, одуванчик установлен. Колечко диафрагмы допилено. Сейчас я вам продемонстрирую его работу на моей тестовой камере. Аккуратно вставляем. В меню вашей камеры полностью уберите все мануальные объективы, если вы их туда прописывали. Можно здесь оставить 16 диафрагм, это автоматическое положение. И из камеры выбирать ту диафрагму, которая вам нужна, от 2,8 до 16. Запрограммировано фокусное расстояние 35 миллиметров. Вот если мы, смотрите, берем, ставим диафрагму 16 и репетируем диафрагмы. Вот видите, 16 отрабатывается. И поставим диафрагму 2,8. Соответственно, диафрагма на 2,8 закрываться не будет. И, например, 5,6. Вот, на 5,6 она закрылась. То есть вы здесь на камере выбираете диафрагму так же, как обычно на автофокусном объективе. На объективе она у вас стоит на 16 на автоматическом положении. Режим съемки с одуванчиком AF-S или S-очку здесь ставите, если на 750-м есть такая шкала. Выбираете нужную точку фокусировки. То есть все то же самое, как на автофокусном объективе. Только резкость крутите рукой. Когда появляется резкость, если у вас включен звук, будет срабатывать звуковое, световое подтверждение по выбранной точке. То есть все функции будут работать. И 85-ка то же самое. Все допилено, установлено. И работает точно так же. Аккуратно вставляем. Ставим диафрагму 22. Здесь запрограммированное фокусное расстояние 85 мм. И диафрагмы от 1,8 до 22. И то же самое. Вот, смотрим репетир диафрагмы. Вот вам 22 отрабатывает. Вот, например, диафрагма 11, 5,6, 1,8, не закрывается на 1,8. Сейчас я упакую ваши объективы, и они поедут в обратную дорогу. Спасибо за заказ и спасибо за внимание.